эпоху цифровых технологий особенно актуальной стала проблема раннего снижения остроты зрения. Ежедневно объем информации растет, требуется запредельная скорость ее обработки и усвоения. Мы живем, не отрывая глаз от смартфонов и других гаджетов. А ведь именно глаза обеспечивают поступление более 80% информации. Поэтому так важно знать, как поддержать и укрепить здоровье глаз и какие активные компоненты нам в этом помогут. Я расскажу о двух таких, лютеине и зеаксантине, растительных пигментах, которые относятся к классу каротиноидов. Они обладают мощным антиоксидантным действием и обеспечивают остроту центрального зрения. Очень важно их постоянное поступление с пищей, либо из качественных комплексов для глаз, так как самостоятельно они в организме не синтезируются. Очень важно понимать тот момент, что из себя представляет функция этих компонентов. По сути, выполняют роль оптических фильтров и избирательно поглощают более 70% агрессивного солнечного излучения, тем самым защищая сетчатку глаза от разрушающего воздействия свободных радикалов. Когда свет, особенно коротковолновая часть спектра, проходит через зрачок и попадает на сетчатку глаза, запускается каскад окислительно-восстановительных реакций. И следствием этого процесса становится высвобождение большого количества активного кислорода и других свободных радикалов. Именно они и наносят разрушающее воздействие на мембраны, структур клеток глаза. У людей, в рационе которых постоянно находится лютеин и зеаксантин, снижается риск развития дегенеративных изменений сетчатки глаза на 50%. Суточная потребность в этих соединениях составляет примерно от 5 до 10 мг. И ее вполне можно удовлетворить, если в рационе постоянно присутствует шпинат, тыква, бобовые, либо качественный БАД. При выборе комплекса для глаз важно учитывать тот факт, что полноценная работа любого органа является результатом взаимодействия нескольких систем организма, у каждой из которых свои потребности. Поэтому с целью максимально полного их удовлетворения рекомендуется отдать предпочтение БАД комплексам. Глазорол интенсив является универсальной формулой направленного действия широким спектром точек приложения. Благодаря этому комплексу мы достигаем поддержки всех структур органа зрения, предупреждаем развитие глазных заболеваний, снижаем повышенную утомляемость и напряженность зрения. В случае уже начавшегося заболевания стабилизируем состояние, а также осуществляем качественную эффективную коррекцию. Все компоненты комплекса дополняют и усиливают действие друг друга, а кишечно-растворимая оболочка капсулы помогает их сохранить и обеспечить адресную доставку. Лютеин и зеаксантин являются самыми важными в этом комплексе. Как я говорила ранее, они относятся к важнейшим зрительным пигментам. Но помимо этих двух компонентов в состав входят астаксантин, способствует улучшению эластичности хрусталика, предупреждает воспалительные реакции. Антоцианы черники ускоряют процесс регенерации светочувствительного пигмента сетчатки глаза, родопсина. Бета-каротин отвечает за сумеречное зрение. Цинк поддерживает структуры зрительного нерва. И селен отвечает за оптимальное кровоснабжение и поддержку всех структур глаза. Таким образом, регулярный прием глазорола интенсив помогает комплексу поддержать работу органа зрения и предупредить развитие заболеваний глаз, а также возрастные изменения. Пусть ваши глаза сияют здоровьем как можно дольше.